среди рек синих-синих, где в березах земля. Дальше. Продолжим. Значит, тут был Калининград. А это Сахалин, другая конца, конец земли. Противоположный. Раньше, кажется, было 11 поясов, сейчас, по-моему, 10. Калининград, он чуть ли не за пределами России. Так вот. Вот эта переписка. Галина Яковлева, скобка Корнилова. Добрый день, персики растут. Ну, растут. Плоды, ну, плоды. Просьба подробнее, откуда, когда, из чего. Это важно, это я. Второй случай, Сахалина из теплиц. Поминаем первый случай. Я вижу, что это теплица. Поминаем первый случай. Шаломай. Прививки на полочной вишне. Значит, веточки персика моё. Дал урожай. Эти укрупнили 4 раза. Когда такие случаи накопились, я тогда и придумал, что в селекции решающую роль играет, что такое теплица. Субтропики, микроклимат. И в результате атавизм – это возвращение родительских качеств. Ну, каких родительских? Пра-пра-пра-пра. Когда-то они были крупные. Ученые много сделали для того, чтобы они уменьшились в разы. Вот так получилось. Прививка, особые условия, вот, фактически это субтропики, дает возможность не только, чтобы не замерзли персики, а еще и выкрупнились. Ну, посмотрели мы, смотрим дальше. Итак, это второй случай Сахалина, первый Шаломая, помните, сам не верю, приходится поверить. Так, да, это я, Галина Васильевна Яковлева, после инсульта, которая... Корсаковы в теплице, вот, а весной цвели, фото я с ними. Все без прививок, хасанские с ваших косточек. Ну, для сеянцев, раз без прививок, раз из моих косточек, имеем то, что имеем. Вот, потом я вам покажу фотографию, которую делал Чернобаева у себя. 100-200 косточек будет на продажу, все. Надо себе посадить. И вообще, опять подвел это самое. Ну как в Сибири получать обильное урожай? Чернобаева под снегом получились. Получились. А все, что выше снега, единичное плодоношение. А у меня все, что выше снега, тоже единичное плодоношение. Так? А укрывать я не укрывал. Остался там несколькими десятками плодов. Все, пальцы гну, все, ну, это самое. Понятно, да? Итак, шансы есть, другое размножать-то особо нечем. Но остаются черенки. Черенками еще быстрее, чем хвосты. Как Шаломай вот такие получил. Я вам показывал, хвастался. Вот.